Так, Туповская застава, улица Муромская. Заканчивают сегодня тут у нас штукатурку, ребята. Что-то дофига еще? Это ж затерли уже, да? Стены вот позатирали. Сейчас делают вот эти вот проемы арочные. Здесь она свежая прям. Откосы, я же говорю, мы не штукатурим. После того, как окна будут вставлены, здесь будем устанавливать теплые откосы. Из сэндвич-панели. И сегодня будут переходить вот на соседней улице Богатырская, там как раз заканчивают электричество, ребята, и штукатуры переходят туда. Так, вот у нас соседний дом, который куплен на этапе строительства. Тоже сегодня он должен быть закончен. Колонну также у нас заказчик здесь все-таки захотел из Фагота. Ворота на этих домах уже замерены. Тоже в работу уже все это пустили. Ворота устанавливаем мы все с автоматикой. Ну, это на всех домах. И также конкретно в Дубовской заставе все будут у нас ворота откатные. В этом доме заказчик у нас попросил, мы ему тут на один ряд выше подняли его. То есть так мы делаем 30 рядов облицовки. У него здесь будет 31. И по санузлу. Дом, вот обзор я там выставлял на улице Виноградная, где в санузел заходим. В этом углу будет у нас ванна угловая. Рядом унитаз. Вот эта ниша. Здесь будет тумба с раковиной и пенал в уголку. И вот эта душевая на 1,20 м. Здесь переделали. Немножко планировка будет отличаться вот от изначального этого проекта. А второй, вот здесь, где у нас был душ, у нее здесь будет только унитаз, стиральная машина и раковина. Также сейчас покажу на террасе изменения какие. По террасе здесь облицовку делали с двух сторон. И внутри утеплитель прокладывался. Внутри прокладывался утеплитель. Террасу эту будет стеклить заказчик у нас. И туда будем, как я уже ранее говорил, выводить теплый пол. Начинаем сегодня строительство еще одного дома. Это тоже продан дом уже. Здесь дом, жилая площадь 100 квадратных метров.
Тоже здесь по фаготу долго у нас заказчик сомневался, светлый или темный. Но все-таки остановились на светлом. И произошли здесь у нас изменения внутри. Планировка будет здесь немножко другая. Когда стены уже выгонят, тогда покажу. Ну, получилось, кстати, очень интересное. Долго мы здесь с заказчицей все это согласовывали. Ну, получится, я думаю, очень-очень классно. Здесь будет хозяйская спальня с большой гардеробной. Еще две спальни, и также кухня-гостиная останется, и совмещенный санузел. Снизу вот уложили ребята робероид, и дальше начинается складка. Поребрик мы укладываем на всех домах, так как облицовка будет у нас камнем цоколя. И над ним нужен козырек. И начали также еще строительство одного дома. Этот дом у нас будет стоимость 7 200 000. Обзор подобного дома внешне делал в поселке Северном на улице Есенина. Там он с двумя фронтонами у нас. Большой дом, там за 6 500 000 был. Но этот дом мы его, то есть там был дом 100 квадратных метров, этот дом мы увеличили. Здесь где-то 120 квадратов получится. Это новый проект сделали. Ранее такой еще не строили. Так, и сейчас покажу. Он назад получается тоже так вытянут сильно, да? Поэтому вот такое здесь крыльцо. Много ступеней, то есть фасад будет здесь смотреться, конечно, классно. И плюс будут вот эти фронтоны, два высоких. Получится на улице, наверное, самый высокий дом здесь у нас. Так, сейчас пройдем дальше. Здесь два цоколя уже закончили. И вчера начали заводить коммуникации. У нас два дома по 100 квадратных метров. Сдавать будем тоже полностью с отделкой под ключ. Стоимость их будет 5 миллионов с отделкой под ключ. Привет, Лех. Нигде септик еще не поставили? На том поставили, да? Так, вот еще раз покажу. Все зависит еще сильно-сильно, зависит все от грунта, какой. Здесь какой-то прям как песок. Поэтому, скорее всего, здесь люди вообще в центральную канализацию не будут никогда врезаться. Здесь у нас проходит центральная канализация. Мы ставим септики. Врезка в центральную канализацию стоит 120 тысяч управляющей компании Дубовской заставы. Мы ставим септик. Лет 5 обычно люди туда не подходят, к этому септику, но потом, если уже все замулилось, как бы тогда уже начинают откачивать. Но касаемо вот этих двух участков, я думаю, здесь вообще никогда она не понадобится центральная, потому что реально везде внизу песок. Вот оно прям видно, вот это то, что выкапывали. Сразу также в цикале мы позаводили свет, воду, канализацию. Сейчас в течение двух дней здесь в двух этих домах будет сделана внутренняя разводка канализации по самому дому, то есть все будет к стенам, у нас к перегородкам привязано. И после этого приступим к засыпке. То есть пока мы всем этим будем заниматься, зальем плиту, все это затрамбуем, зальем плиту бетоном, и как раз ребята вот эти соседние дома закончат и будут перебираться уже сюда. Еще раз повторюсь, стоимость здесь будет 5 миллионов с отделкой под ключ.
То есть это будут у нас установлены ванна, унитаз, тумба, раковина, зеркало, будут поклеены обои, ламинат, установлены двери, соответственно керамогранит и подключены все коммуникации.